ограниченное количество, и которые в... Ну, в, не в какой-то локе находились, а в игровой зоне, да, было бы. Ну, понимаешь, что типа это и в принципе и будет примерно как ограниченное, потому что их от силы 3 гильдии на Орде, и там гильдии 4 на Ленсе будет. Так что по сути знаешь, это... Клан-ход, да, конечно. Который захватывать можно. А, типа... Это, кстати, достаточно веселое занятие. Это одно из немногих, что мне в PvP нравилось. И чё, мы здесь тоже, блядь, будем осадные машины собирать? Ничего бы не понимаешь ты, Пайк, когда на тебя там 300 плюлек бежит. Да, ты я понимаю, я, блядь, играл, наверное. В Варкрафте я столько людей в одном месте никогда не видел. Столько. А столько и не будет. У линейки намного масштабы больше были в этом. Ничего я больше, понял, не помню. Конечно, больше. Блядь, я тебе говорю, 300 на 300, это минимум. Так а на озере, когда лич вышел, там было больше даже. Понимаешь, это не зона, это в открытом мире. Смотри, там ДВП, осада от Дэна, что-нибудь такое. Там просто, да. Там катапульты, блядь, хуярят, там, конечно, пиздец полный. Там просто зерк, там задача в некоторых ситуациях, люди просто бегут на пролом. Как мясо пушечное, да-да-да. Чтобы пробежать и резнуться потом все, типа тупо зергом бегут. Ой, я помню, у нас как-то этот замок был под захват, там топ-1 гильдия сервака, до нее вообще никто не лез. У нас этот ГМ пришел, Солянова туда пробежал и захватил, и даже никого в защите не оставили. А где Коржель? Понял, Локи, чего не хватает, мгновенно. Прони Локи что-то в чат напишите. Готовы, нет? Локи норм написал. Это было неразумное решение. Танк с укусом, да? Как вам такое? Я только попробую. Страдайте же! Вкус. Локи, укус повару отдашь. Локи, дальше укус отдашь в третью группу. Ой, там эту убейте, там мгновенно. Развернитесь, друиды, шотните.
Геру, да? Давай. Что, наверное, у нас прослакал укус, я как понимаю. Аскологи есть. Багруха. Багруху Локи заберет. Наверное. Так. Прослакал. Как не прослакал? Каким образом ты не прослакал укус, если ты попал в МК? Расскажи мне, пожалуйста. Значит, что с гором заберет. Комбат, мне не надо. Я забрал. Было бы классно, если бы это была бы боешная еще. А? Как можно было бы рыжить. Локи я озвучил, чтобы он дал второй укус по мне, а третий пустил в третий. Но если на тебе висит укус, ты должен это отслеживать. Тебя взяло в МК, ты это понимаешь? Ты проебал укус? Ну а почему ты укус-то потерял? Никому его не сдал. А мгновенно хилили туда? Да-да. Зачем вообще ее укусили, я не могу понять. Я вот, например, хилили. Стоял около мили-зоны, да никто ко мне не подбегал. Так ты кот, как это рядом никого не было? Да там во время взлетки этот МК повесился, все разбежались, и так получилось, он, наверное, один остался. Там как раз она полетела. Там 10 секунд же дается, не? Да. Коник, ты уверен в своей нажатой кнопке? Геройскую печеньку, в принципе, да. Кажется, в гильдии появился новый имба-хулипал. Да я тут сижу в огонь, шмот филтая. Да мне больше удивило, когда ты озвучил. Пати был укус, даются на первую пати. А если у ребят паника такая по укусам. Ближайшая. Моя проблема. Алдарам, ты ролил на офспек, Багру? Значит так, мгновенную кто укусил плюс чат. Там не задаешь. Там прикол в том, что танк каким-то образом укус пролечил. Просто даже на меня накинули на дэшника, на ДП. Нет, если я понимаю, что я не выдал, у меня не было. Но если что, я, конечно, понял. Нажимался, а я фейд. Ошибки не вижу. Ошибка твоя в том, что ты не передал его дальше. Я не мог передать укус, я был...
и рядом с небо рядом. Реагировать надо и найти кого-то, кого можно. Это та же паника была, когда вот тебе другой человек передает. И когда звучит передать, дали сейчас другой пати. Нет, я согласен на ГП, я допустил ошибку, если не передам. Я пока что ничего не начислил. У нас гильдия, по-моему, там типа не озвучивают такие вещи, не должны. Ну вообще да, укусы не озвучиваются и раздаются в разнобой. Просто мне нужен был второй укус. Вот и все. В следующем рейде, на следующем КД, за это будет ГП уже точно. Эх, не тем вага людям укусы раздают, эх, не. Знаю, меня вообще под конец укусили. Первых три укуса должно было быть на Локи, Япончике и... Ну как-то надо смотреть, наверное, кто как дамажит все-таки. Маги и Локи здесь больше всех бустятся, наверное, от этого укуса. Не, ну по РДД зонишь, наверное, в основном должна отдавать первого. Я помню, здесь 42-ка максимально выдавал, когда меня вторым укус. Сзади трэш, Мишка. Мало, Полина. Да уметь кусать — это полезная штука. Потом ты ходишь, например, 25-ку испугать. Некому, кроме тебя, кусать, допустим. Поля, знаешь самое сочное, что? Это когда у тебя лава под 150к дамажит. Как тебе циферки нравятся? ВС на 57к ударил, то что я успел заметить. Да, меня тоже тут давно не кусали. Да, в комнату не пошли! Куда? Япончик, надо было кричать, ты не пройдешь. ГП надо было кричать сразу с личным. Слышь. Алло, слева, медведя ешь справа. Хэй, места кидамажу, да? Да. Будет спекнись тоже, в танк справа поможешь. Не больше 20. Слышь, конь? Не больше 20? Да нет. Да, там можно. Потом... Ну, если себя подхиливать будешь, можешь больше. Если на ходу можешь подхиливать. Тупо залетать по одному, по два брать и все. Ага. Значит, портал обязательно идет коника. Кто еще хочет полетать по порталам помимо него? Нямка второй. Да еще кого-нибудь закинь. Третий кто будет? Он полдорама спекнет. Эй, не могу. Ой, да что тут хилить? Тут можно в любом шмоть. Главное, что это хэпау или эршам делает будет. Собираешь шмотки на хэпау, знаешь, сейчас спекаешься для подстраховки. Отправляешься летать туда с коника и нямкой. Учиться, учиться все равно надо. Да у меня даже спек еще эти, таланты нету. Ничего я вообще не делал. Каким образом ты себе собираешь в спек, если у тебя нету этого спека? Объяснишь? Я вещи собираю, потом думаю, спек сразу запилю, как вещи соберу. Значит, после этого босса ты отправляешь делать себе спек. Со шмотом, с камнями и с чарками. Третью ауру кто-нибудь поставьте, пожалуйста. Мгновенный спек, если в эрдро, подстрахуешь рейд. Из друидов, шторы или пока тут кто-то хочет полетать. Просто отец хочет полетать. Хорошо, значит, просто отец будет третий в порталах на рейде 3 друида. Ухож, это друидская боль. С такой, а таким темпами только Джайна останется, это лич. Танки пуляйте. Чужаки ворвались во внутренние покои. У
А чего не сводить? Додумали так постоять нам. Вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои. Можно не держать толстого в центре? Мы разжжем справа. Коник, это через рогу, да? Не-не, я себе хим. Рогу протушил. Кровавый взор, стой поближе, как и Нари. Я потом. Я же сказал, не через меня хили. Я думал, то что так и больнее. До 20 там вообще не щит. Где-то на 25 уже себе подхиливать приходится сейчас. Ресните, пожалуйста. Что-то алоэ лагаю сильно. Меды даешь, помоги. Иди на ту сторону. Ты его за углом так гаси, давай на выйти. Паладины подбежали, каждое возложение. Я излечилась, Изера. Блин, я думал, то что так и больнее, блин, поэтому не сразу через дорогу начусь. Ничего себе, ты меня по 100, по 90. Есть? Нет. Нету, сколько? Слышь, плевок. Сколько ты там осталось-то? Нет. 4, по-моему. А, 3 даже. Слышь, плевок, я думал, что я сегодня хотя бы один заберу. А чё сразу, ты может кто-то другой? Ну а кого больше 10 хотя бы есть? Ну, и кто в гильдии нормально так находится? Одержан 3 босса, последний. Типа 3 босса, 3 осколка?
Япончик, начисляй за трех боссов. Вы что за бред? Я уже второй раз посередине лифта где-то зависаю и начинаю падать. Так, с Фарадом можно 600 снять, он только что пришел. Так, Талдарам у нас отправляется делать себе спек Холи Паладина и уходит на замену. Потом квест, блин, я квест не взял. Подождите меня. Квест? Элрей, ты тут? Да. Так, заходишь в рейд. Окошко запусти, раскол стак. Не можешь продлить. Квест берем, суммоним всех сюда. Оптимистично. Че там, квест был, что ли? Меня синдром. А там квест был? А че, квест был? Был квест, да? Ребята, да, там квест был. Да нету там квеста, все. Тут закончили. И суммоним людей. Время-то идет. Че, ссылка вообще без квестов? Больно. Ох, чую багру попадя. Я польщена. Первую глыбу мы выносим влево, вторую по центру. Пацаны, вопрос, а кто-нибудь на X3 играет? Mm-mm. Заходим в комнату. Просто выходим все вперед и расставляем глыбы в ряд. Намикадзе. В комнате. Рога. Вага, смотри, я читы подрубил, у меня уже квест готовый на 7. Ну что-то лагает, да? Неплохо. С позапрошлой недели, да? Да-да-да. Да там горел, что у него эти питы на целая. Это кто на колбу? Лутер. Того их может быть там и 10, да? Он себе постоянно с любой синдры забирает ее. Короче, где много мобов, я понял, лаги почему-то. Потому что все дают ауешки, и у каждой ауешки там своя... Там легко мне даешь, не надо, не бойся. Сейчас тебе все подскажем, нормально. Главное, чтобы просто шмот был. Почистим трэш в комнате, и перед синдрой будет перекур 3 минуты. Кто не курит, может медведу ежу подсказать, что там надо делать, что не надо. Медведа еж, шмот на резист есть? А там уже у нее тайная магия в основном. Он без резиста, братанчик. Просто резист.
Какая тайная магия? Да он рофлит. Я не рофлю. Вот это ранее тоже не рофлю. Аура только тайная магия. А так называется. Она дает ему слабость льду. Фарад, ну что началось-то? Дорвался опять? А чё Лорд Мойр-то сегодня РС обычку просил ему закрыть, чё вы его кикнули? Обычку закрыть? Ну без доступа типа, ну, ЦВК. ХМ нужна РС обычка. Раск. Тайная магия. Всё остальное, да, лёд. Ну и освобождёнка, ещё тайная магия. Так почему тогда тебя, если на тебе много стаков от тайной вот этой хрени, тебя убивают? Глыба, почему? Так, так она... зимой сдаёт, а, наверное. Просто, так, ну, он не русский, он не русский просто. Вот, накрывает всех находящихся рядом противников волной тайной магии, увеличивающий весь получаемый магический урон на 10% за каждое применение. Пробовали читать когда-нибудь, нет? Там фиолетово какой магии. Есть РЛ, пусть РЛ читает, нахуй читать. В том-то и фишка, что от любой магии. Вот взрыв, который от освобожденки происходит, он в тайной магии. Ладно, ты знаешь, что оно увеличивает урон, какие, неважно, какие там подробности. Понимаешь? Ну, мы не танки, нам это особо не важно. Мы знаем, что много стаков тебе в ВВО, все достаточно. РЛ ты есть, вот у нас не освоение контента идет, я здесь вообще никому ничего рассказывать не обязан уже. Естественно. Главное знать, что мне делать. Есть хреново гора текстовых тактик, видео тактик, так что флаг в руки, читать, смотреть. Проще всего будет Халфейну потанчить у 2ДК. Почему это? Потому что живучесть у 2ДК намного выше. Любой. Давай танчи, ракушка. Не, мне это без разницы, я танчил, ну просто, да, он тоже нормальный медведь у него, ты посмотри, сколько у него ХП хотя бы для начала. Можно попросить маговскую еду? Или столик поставим? В сторонке поставим. Мгновенно, ты в Эрдро остался, не спеклся. Спеклся, могу хилить, если надо. Ну да, будешь шестым на Синдре. Чё с ними они ходят вообще, как-то непонятно эти мобы. Они пьяные. Бегут туда-обратно, туда-обратно. Не врывайтесь пару секунд, дайте агр нам. И, кстати, все идут на простаться. Там убили лагодромовский птичку. Да. Это фигня в натуре. Вот на Малгриме тоже было много мобов и пинг хоть. А что-то, блядь, сервером непонятно. Я, блядь, пятихатку показывает и не падает. Блин. Че не день, так новые приколы, да? Не, ну странно, но меня вчера не лагало, зато когда у кого-то лагало. Непонятно. Уехал. Первая, по-моему, за инст. Да. Нет. Ну, если нормально, да. Ружье было. А там. Ружье копейки стал. Ну, плечо тоже особо недорогое. А Вага, ты занидил уже? Япончик собирает.
Окей. Ну, не мало ли. Там есть чем. Давай течку мы пожалуйста. На крайняк можно ледяного огня. А, и фиолетово. На огонь или на лёд. Там можно с двумя эффектами. Вообще, например, тот же Алар должен полностью фаер магии резиститься. Но это почему-то так не сделано. Чтобы его могли бить все. Да не только маги бы по. Айр на Аларе вообще не пал. На первой, второй позиции всегда. Нет, просто фрост менее капризный. Умение. Повел только стаки набирать и это кидать. Ну плюс видишь, типа, на стоячих боссах всяких. Просто, конечно, по удобству. Там где трэша много, просто намного больше даст. А если там перебежки, там тот же проф. Или Джайна. Так, далеко же он на 3 минуты. Кто не курит, объяснить тактику медведу ежу. Я останусь. Бля, звоните. Ты ж в сове ходил же. Видишь, типа, в чем проблема здесь в фаере? Фаер слишком сильно нуждается во всех бафах рейдовых. Если нет хотя бы половины рейдовых бафов, то он уже такой. Дечка не кормит голову, если осталось. Короче, медведь, до второй фазы так чилишь там на подстраховке, а потом мы с тобой меняемся по сбросу стаков. Забежал за глыбу, сбросил стаки, все, подходишь, мой таргет вот так встаешь, забираешь босса, я убегаю за глыбу скидывать стаки. И так до убийства босса все. Первую фазу я там танчу сам. Не на скольких стаках, а как скинул. Как фаза пошла вторая, начинаются копиться стаки. Стоишь за глыбой там. Бесконечную цепочку. Дайте сум теперь, пожалуйста. Как на тебе пропали, там 4 набрал, там 5, неважно сколько. Это для слабых танков тактику ты рассказываешь. Ну, он вообще, говорит, не танчил. Сбросил, подошел, поменял, я пошел скидывать. Я скинул, пришел, поменял. Сильный танк в Солянова там танчит, да? Ну, кстати, можно, да. Нет, я просто по такой тактике танчил 25-ки у бычки, когда плохо танки были одеты. Давайте, может быть, не будем рисковать спеку. Раз, и все. Мне не надо мне спекать, я ж не там. Надо тебе типа, спекать. Есть чуваки с моим спеком здесь, зачем меня спекать? Ну что, скиллуху медведя подняли? Конечно. Говорит, соло вытончит.
Не верю. РЧ на АФК. Долорус, ты где? Сейчас захожу, я там камни делал, не успел. Кирпичи откладывал? Белорус. Нет, нет, я хотел сокеты сделать, сразу надеть шмотки, сейчас иду. А я уже слетал себе квестик, сдал синдры. Значит, последних четырех боссов всем пить сапрот обязательно. Кто сдохнет без сапрота, ТГП. Все, я тут. А если, например, умер с сапротом, то ГП не будет? Надо как девиз, как девиз записать, умер без сапрота, или без то ГП производителю сапрота. Сапрот увеличивает ваше ГП просто на 1-0. А мы что, на балконе бьем, да? Да. Коник третья аура, враска от льда. Мгновенно шестой хил. Начинает танчить алоэ. Медведа ешь, ты уже ему помогаешь на второй фазе. А бафов нет. Косочки обновить. Поставь мгновенную. Я спекнулся уже в лица. О, Сыгры, блядь. По рогам, пожалуйста. Хорошо, мгновенная в кота. Рыбу дайте. Вон стоит рыба же слева. Да, собака прикрыла ее. Мгновенная поставишь плюс чатка, спекнешься феррала обратно. Каски по всем дать. Коника, давай каски по рейду. Чё сдам? А у него в ладони, блин, эта каска нужна. У Талдорама. Бафы вручную, значит. О, Талдорама, ты нажми несколько раз обновить, если ты или через Shift на панельку. Все. Все на воде. Чё там? Мгновенно релогнится, гуляем. А кто Кристи Баффет? Теперь никто. Я могу бафнуть. Два шамана есть, кто-то из них поставит МП, не парьтесь. Праска, бафни мне, Кристи. Бафните. Релл сказал, то шаман поставит МП. Понимаешь? На боссе сейчас медведоёж, да? Нет, алоэ. Блин, все равно два пола один. Может, да, тотем будет, все там близко стоят. Всех ну, достанет. Маги, инту бафните. Мы успеем сегодня убить и профа, и лича, и джа. Только после лича будет голосование сделано, продолжится рейд или нет. Так что можете никуда не спешить. Что кому-то надо отваливаться куда-то, меня вообще никто не предупредил. А кого мы ждем? Ну, при условии, что артист закончится через 17 минут. Короче, ладно, профа убьем, а там посмотрим. Профа в любом случае убиваем сегодня. Ладно, кого мы ждем? Мгновенно релогается. Мгновенно релогается, ну. Блять, вы заебали. Вот из-за вас в РС нихуя. РС после кила Джайны только будет собираться. Если Джайна как неделю назад не убьется или не закроется, потому что люди не пришли, РСХМ у вас просто не будет. Что по блату? Хотя бы на замене пришли. Ну что, ты скоро там, мгновенно? Да, грузится загрузка списка персонажей. Господи. Так и танцы с бубнами подрубай. Поменяем просто, ну времени нету, серьезно у нас. Так. По ДК Freedom попрошу самостоятельно. То в тот раз я там
Минуту ждем, и меняю инфорада. Подожди, подожди, а в какой момент давать фридом? Когда она взлетает. Окей. Там, короче, дыхание, да? Ракушка на фараде, давай сюда. Вишет замедление бега и стакается. На второй фазе она уже не вешает замедление бега. Да, как взлетела сразу фрид. Лага, а чё ты фараду не запустил раскол из так? Пофигу. Долдарам занят, он делает хулипало себе. Хулипало? Я в РС хочу, блять. Мгновенно, ну что? Грузится еще. Короче, фарада в рейд. Сумойте фарада. Силу цветения сейчас прочекаем. А где шкаф-то? Я не вижу. Тоже не вижу. Локи шкаф. Сумон фарада. Тут эти вороны все затополонили, блядь. Планету? На маунта сели все и побежали на балкон. Дайте баф, что ли? Там на месте бафнут. Все на маунтов и пошли. Раз, куда идти? Сломайте, пожалуйста, глыбу, если не трудно. Тимыч, БР пронял. Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Лапу ему дайте, то ждем. Здесь ваша
не сгоняйтесь, ну. На 5 хилах освобожденка. А, не на 4. Геру. Хант влево. Мили разбили. Стаки скидывай, медведь. Тише, тише, вы так активно не ломайте. Энджи. За глыбой спрячься, скинь стаки. Не разбивайте. Лево. Что забирай с меня, в меня встань. Шатаунти. Фридом дайте, пожалуйста. Вы не разбивайте, пока не скинули. Да, на следующий скин. Дадите мне. Забираю. Забери назад, на мне метка. Забери назад, назад босса забери. Пожалуйста. Велики разбейте быстрее. Следующую метку в центр никто не трогает, будет притяжка. Прохил будет? На хилах. Все, беги, скидывай. Локи в центр, никто не бьет метку. Ждем. На 4 хилах опять. Хильцванг. На меня смотрит. Разбили. Сбивайте. Лоха, танка держите. Димыч. Ну куда? Выйди, босса. Просто сторону выносить. Масрез. Не, медведя, что ты не понимаешь вообще, что происходит. Ты нормально, Танчо? 5 шеи не выпало. 4 освобожденки, блин. Ну смотри, медведаёж. Когда вторая фаза началась, вернись к боссу, подойдешь к тебе. Вот, ты стоял вот так вот для чего-то. Ты ловил и дыхание, и стаки. Ты должен с миликами встать, сбросить стаки вот здесь. Потом, когда на тебе будет 0 стаков, подойти забрать босса. Я пойду туда скидывать стаки. И мы с тобой так меняемся. В конце ты вообще не прибежал. Я на прожимке жил. Ты скидывал стаки. Секунд 30 там чилил, не знаю, не прибежал. Я там на 12 стак. Или сколько там на мне было, прожимался. Прикольно, как у меня Войд забагался, он на маунте бежит. Осколок был, нет? А-а. Нету там. Печально, да? Маразка не судьба. Может, с обычки упадет. Вальс на проф. Мяка, зонтик, почему так много освобожденки на баху в рейде?
Потому что он маг, и он в состоянии глыбы ее заявить, если ты не в курсе. Он стоял в рейде и бахал ее. Да не, вроде там по урону-то нанесенному, по союзникам его вообще нет. А, не, есть на 21 месте, там 30 тысяч все на мясо. Подожди. Я тебе говорю, там фиолетово, сколько он у нас такает, если он нажмет глыбу после. Я то же самое делаю, только я ее скидываю после того, как я все свои глыбы прожал. Так, медведа Ёж, ты вообще знаешь, что надо делать на профи? Ну ты в обойме сидеть умеешь вообще? Че, время войда, да? Какой у тебя там офспек? Сова. Спекаешься в сову, со следующей недели твое попадание рейда вообще под вопросом. Да, Войд, ты что будешь делать? В чушке? Да, в чушке. Алло, это Анна 8. Я релил рейды в гильдии, где она считалась проходной. Вопросы по там... ГП есть? Нет, там людям объясняли, что делать. Здесь другая немножко гильдия. Если ты не знаешь чего-то, ты сначала узнай, гайд почитай, посмотри видео. Приходи сюда, уже знаешь. Ой, ну-ка подожди, тормозни на месте. Когда-нибудь в сторону от рейда. Я тебе сейчас заскриню. Если хочешь чему-то научиться, ты учись. Собирай рейд 10 целка обычку, иди, спек свой. Делай, чтобы ты играл четко. Глянь в будилку. Ну не так, что я там хуй знает, поменяй меня, ебать. Забрал мои трини, блядь. Ну ладно, хуй. Ладно, успокойтесь. Вот вы. Почему так долго открываются комнаты? Что там делает шаман? Никто не хотел запускать, но сам. Вы так удивляетесь, как будто вы только первый раз узнали, что как он танчит. Ну, он думал, так, может так, быть, что он охуенно танчит, хуй знает. Бля, Войд, так тоже не делается. Вот просто чмырить чувака... Никто никого не чмырит. Единственное, что у нас разжевывается тактика, это ОКХ. Там идет освоение контента. Другой контент уже перепройден много раз. Здесь никому ничего не будет объясняться. Кому надо, тот это сам изучает. Бафы обновляем. Комбат висит, надо жуков убить. Ну что, мне можно на проф попасть? Холи пала сделал? Но у меня голды нет. Все кончилось. Не доделал. Значит, сидишь дальше не заменишь. Дай вещей. Да еще вещей не хватает еще. Что я сделаю? Без я профа, не приходил сюда чисто ретрика приходил. Мне сказал старик, делай хила, я это начал делать потихоньку. И все. Спек собирается, если он есть. Если в него можно спекнуть что-то. Я собираю, но вещи еще не ролятся, что я сделаю? Что забирать на мейн спек. Ты за колбу или что ты хотел? Я за колбу хотел. Мелик, который хочет послакать, плюс чат. Идиот, вот поступил место. Чего, йотан на замену хочешь? Мгновенное вместо йотана, Талдарам вместо намекаться. Кто танчит? Войд и... Алоэ танчит, а Войд в обоме. Алоэ док, да, ДК? Да. Локи по враске дашь СС на следующей фазе? Суманите мгновенно и Талдарама. Диван будет кидать холи пал.
второй диван будет отдавать Толдорам. Браску трогать вообще не надо. А диван кому кидать? Кому диван кидать? Запоминаешь две цели. Алоэ и Войд. Как на ком-то из них 4 стака, я про анонши задать диван. Обычно одного хватает, да? Обычно да. Локи, ты уже отдал свой сейчас кому-то? Мне да. Ну, я одел вещи, которые собрал. Напомни проценты перефазы. Забыл что-то. Сейчас я перекинусь. 87. А? 87. Не 87, меньше. Учитывая, вон там, Понику написал. Все. Понял. Спасибо. Ну что на пол? Выхопал, да, мы сессии в следующей фазе. Ну да, Розелин и твой, да, значит, Акинари. Локи, ты сесс дашь пол Толдораму. Локи уже потратил свой СС. Да, мне уже дали. Вага. Я чё первый диван даю? Да, Толдорам. Ты первый. Мод сменить Толдорам. Чё говоришь? По отчёту. Чё, перчатки не сменяемые. Чё бафа нету, приста? Чё, ебать, серьёзно? У тебя на сове серьга медитации стоит? Не знаю, где вы бегаете. Я всем давал постановку. Я думаю, какого хуя сова прилив кил? Чё за сова? Это его. Ясно. Восемьдесят четыре. Стопнить. Не так давно жену хотел себе эту серьгу на медитации на сове попробовать. Так что о чем ты, Миш, вообще? Ребята, мне тоже очень нужна сова. Особенно среди маны. Прекрасная метка. А чё тут метки? Все здесь будут, знают. Да, Пит. Приказ. РДД кучнее, зеленого. Ну я одну завис. Ты кто? Все, плюс. Красный выходит. Фарад, ты отвис, нет? Зеленого.
Энжи, подними медведа ёжа. Надо ждать, наверное, да? Так, стоп. Стоп. Так, все, я понял. Почему не в центр комнаты отлетаете? Вам же бежать, давай власт. Сидеть так долго. Геру, блядь, прием. Коник и диван по алоэ. Кто, я дает? Нет. На трех заберушь. Там добьете нормально. Не надо диван. О! Так, делаем все скриншоты, отправляем в личку Гевке в Дискорде. Пояс. Что, мы лича идем? Нет. Сейчас лут раздам, сделаем голосование. Валя, я ушел, шаманянка. Давай. Хан, я лагаю. Пошел гений в личку, вы какие-то. У меня и скрин с белой стаи, там тоже пояс упал. Что происходит? Че, уже материться? Рольте вот это. Да. Что там, идем лича бить, да? Нет? Так, делаю РЧ. Дай лутера. Кто согласен сегодня добить? Дай лутера. Хотя бы лича нажимает, да. Кто против, нажимает нет. А если да, то типа лича до победного?
смысле, да, победа. Я понял. В смысле, надо просто... Нет, ничего, уже и все. Не стоит сюда опять за другим. Ничего. Не понял, а почему Фарада и Коника против? Это что вообще за дела? Я тебе объясню, Бунтик. Потому что потом на Джайну хуй кто придет. Ну, с чего ты это взял? Ну, смотри, какое условие. РС если Джайна будет на этой неделе не убивается, РСХМ просто не будет. Пускай не приходят, какие проблемы, блядь. Короче, Коника и Фарада, вы точно против, да? Да, пошли. Так, еще раз, то же самое голосование. Да, это добить сегодня Лича, нет, это нет. Предлагаю добить сразу. Да, это нет, нет, это да? Нет, да, это да, бля. Да, это да? Короче, людей, кто не хочет, очень много. О, это ГП. Ну не пойдем, мы не пойдем. Япончик, начисляй там за оставшихся боссов ГП. Уже. Все, кто не хочет, всем ГП. Я надеюсь, меня услышали. Джайна на это.